Всем привет! Сегодня у меня небольшая пешка. У меня по плану сегодня было праздновать день рождения, но никто не приехал, всех там всякие несчастья случились, как всегда. Вот, и я решил обкатать зато подаренный уже мне рюкзачок. 20-литровочка, конечно, он велосипедный, фирма его и производила как бы для велосипедистов. Но я его буду использовать, конечно, также и в пешках небольших, вот таких рейдах. Поэтому 16 километров через блокпост военных с собакам, конечно же, а как же. Ну и попутно, конечно, сделаю на новый рюкзачок обзор подробнейший, честный обзор, потому что никто мне за это не заплатит, естественно. Ну, похвастаться же надо. Плюс мне тут заказали обзор моего топорика, тоже будет. Итак, вот там поворот уже идет на Михайловку, и там блокпост, и поэтому я точно там снимать не буду, потому что ребята с СВД могут сидеть, и могут, как в одном фильме один нехороший герой сказал, могут не так понять. Еще вот поселок Михайловка, он шахта Россия. В общем, топаем потихонечку. Да так, по карте 4 километра я за 22 минуты прошел. Если в таком темпе идти, то нормально, к обеду буду. Топ, топ и топ. Блин, собака там задает кошмар. Только успеваю его насаживать. Блин, рядом. Он в таком темпе меня и держит. Чтоб не расслаблялся. Что там? Интересно. Это ставочек. Ага. И, наверное, дичь. Ладно, пошли. В такие моменты думаю, почему я раньше не завел собаку, когда походы начал ходить. Веселее все-таки, действительно. Правда, одна за парой. Я до сих пор думаю, как его кормить длительным. На сутки, даже если немножко поголодает, для собаки это не смертельно. Даже, возможно, плюс. Можно подугадать, когда... Сегодня, кстати, такой день. А так, не знаю, если трое, четверо суток, надо что-то думать. Вот шахта Россия, чуть поближе. Так, шахту Россию проходим уже. Вот, как бы. Что мы нашли? Красноармейская охотогодия. Селидова. Николаевичу привет. Так, ну вот мы в Новогродовке уже. Собака. Другая собака. А, понял, что мы серьезные ребята. Рюкзачочек. Ну да, я уже сказал, обзор будет дальше. Каркасный, кстати. Ну, о каркасе там отдельное слово будет. Да. Слава 93-й бригаде, что ли? Ладно. Вот такой рюкзачок у меня. Сейчас его немножко, пока я присел тут на остановочке, отдохнуть. Вот такие лямочки. Такие эргономичные вроде бы. Вот. Сеточка, да, чтобы спинка дышала. Каркас, ну, такой типа сплав алюминия, щели стали, что-то такое. Он такой не гнется вроде. Ну, единственное, что мне не нравится в этом каркасе, что вот эта хреновина мне в поясницу все время тычется. Вот. Тут есть такие типа моли стропки. Три штучки здесь и здесь. Основной клапан. Верхний. 20 неспроста название Jump 20, потому что он всего 20 литров в нем такой. Ну, за счет каркаса мне почему нравится. Я хотел каркасный, чтобы все-таки держался к спине ближе. Хорошо.
Вот, ну ладно, продолжим потом в более удобном месте обзор. Что я так понял, на вытянутую руку это хренотень получает. Вот мы, в принципе, уже в Новогродовке почти. Ну, как бы вот. Что ты замерз, что ли, морда? Пошли, тихонько. Центры, не тяни.